Салам алейкум, Душанбе. Начинается игра Team Release с E-Basement. Посмотрим, кто на ком катает. СРД Капитанушка катает на Сэндкинге. Скай на своем излюбленном Джакиросе. Мерли Гуд на Вайпере. Некрофос Сид и Штейн или Стейн на Пугне. А в команде Basement на Invoker Majestic, Мишка Тедди аппарат, Камачо играет на Баланаре, будет интересно понаблюдать, какой это Баланар вообще. И Classic Man или Ориф Лоддай катает на Лайфстилере. И на харте походу у нас будет стоять Тайт Хантер от Bye Bye Man. Ну, по командам прошлись, посмотрим, какие у нас передвижения по карте. Команда Релиз занимает чужой лес, пытается отжать руну. Ну, их смоук спалили, поэтому никто не будет поставляться. И в то же время выходит чужую руну отжимать команда Basement. Ну, так, переглядываются друг с другом, пока никаких вардов не поставили. А, решили так понапрягать аппарата. Ну да. Стоит чувак. Ибо нефиг, да? Ну, поставили один сент и команда Basement. Чтобы убрать вижен, но пока что варда нет вообще. Интересная задумка. Команда Релиз хочет сразу же напрягать Easy Lane. У них довольно таких... Сильная трипла на хазе, это Некр, это Джакирос и Сэнд Кинг, так что... А, ну молодцы, молодцы. Команда Basement тоже решила недолго думать и быстренько свапнулась лайнами. И опять перетяжка, перетяжка, ну это мы будем долго наблюдать. Но... Все, короче, тут Некр спокойно стоит с Тайдом. Тайд тоже особо не страдает, поэтому будет ровная линия. Будет интересно посмотреть, кто же на миду будет доминировать. О, пропустили ФБ. Очень сильно начали эту катку команда Basement. Ну, за счет лапок, да. Убрали там двоих саппортов, так что... Пока что в плюсе команда Basement. Поставили один агрессивный вар, так что видят все подходы, видят, кто перетягивается. Грамотная игра. Да, все ровно пока что. Все наше внимание будет на изи лейне команды Radiant, потому что тут будет вся движуха. Пишут, что Дамирова зодка и проблема. Да, я забыл представиться, с вами Хошух на линии. Дамира заменяю я на эту катку, так что будем на связи. Опять агрессия со стороны саппортов, и одна и вторая команда хочет понапрягать друг друга. Ну, в принципе, получили пощечину и уже стоят более так сейвово команда Релиз. Вот лагает у команды Подвал Гейминг, да. Просят паузу. Ну, по крипстату ситуация ровная. Некор чуть-чуть совсем обгоняет Тайда, как бы они ровно стоят. Пугна с Новокином то же самое. И то же самое по трипле, как бы никто сильно не доминирует. Отжимают паузу, посмотрим. Сэнд Кинг пошел по карте передвигаться, думает, ну его нафиг стоять с триплой, когда мы слабее. Ага. А тут не должны своего выпускать команда Подвал Гейминг и начинать какие-то агрессивные мувы. В принципе, они видели, что этот перетягивается, поэтому сейчас должны понапрягать. Тайд видит Сэнд Кинга.
Не будет никаких 10, да. Стоим, ждем. Ну, походу, сталкер ждет, чтобы наступила ночь, и он потом начнет какие-то действия принимать. А на топе загоняли Тайдхантера. Ну, Тайд подставился. Ошибка, но за это поплатился. То же самое. Ну, на ровном месте отдались вдвоем. Опять-таки лишняя голда Некрофосу. И тут уже трудно стоять на линии на Иксу, потому что его оставили, и он уже не может стоять один против Вайпера с Джакиросом. На мизе ровная катка, поэтому я особо и не отмечаю, кто там, что там, потому что они просто никто никому не мешает, в принципе, да, какие-то делают тычки, там, бласты, но, в принципе, ровная игра от обоих игроков. Тайд начинает страдать. Не знаю, все у нас вроде нормально в стриме, нас слышно, в Dota TV может быть вот тоже вроде слышно, иконка стоит. Ясно. Начинает выход на Джахироса, сразу сейф ТП и уже уходить надо команде Basement. Начинают агрессию на, знаю, стилила. Ну, что-то ошиблись, да, чуток не рассчитали силы. Ну, по игре все вроде ровно. Нельзя сказать, что кто-то прям сильно доминирует. Vision, ну, вот, имеется у команды Radiant тут, чтобы видеть подходы, и то же самое у дайров, чтобы видеть, кто подходит, и вся вот движуха в трипле. А Тайд уже, блин, сильно пострадал, решил пойти подхилиться, он уже не может соло стоять с Никном. Будем смотреть, что же он будет делать. В принципе, у него уже есть на вторую вкачанный этот, как его назовут, Анкер Смэш, да? Анкер Смэш. Он может, в принципе, лес пофармить. Но он не хочет, как бы, линию вообще оставить одному Никру. Но, думаю, без помощи ему не справиться с ним. Опять-таки, выход на изи лейне Радиантов. Да, забирают лайфстилера. Ну все, этим размен. А, нет. Мишка Тедди решил остановиться, чтобы курьера добить, и это стоило ему жизни. Наступила ночь, не видим пока движение, передвижение от Найсталкера. Вот этот человек может сейчас шороху навести по карте, но он пока что стоит на подсейве лайфстилера. Ну, сейчас уже видно, что по линиям уже начинает выигрывать команда Релиз, потому что у них на харде стоит некор на фрифарме, и то же самое трипла вроде сильнее. Выход на мид, просто начинают вот саппорты двигаться, и видно, что именно по передвижениям на карте сейчас намного сильнее команда Релиз. Немножко не везет Сент Кингу, он не попадает с подкопа. Лайфстиллер страдает. Я не понимаю, почему они все еще хотят там триплой подраться, да, уже видят, что они намного слабее, но все еще идут на этот, на эту линию. Странно, ну посмотрим, может у них какая-то задумка есть на эту игру, и они потом раскроются. Пока что преимущество именно по каким-то движениям,
моментом, микромоментом у команды релиз. Думаю, надо будет сейчас посмотреть за Сэндхингом, потому что он начинает двигаться по карте, а этот человек умеет создать кипиш по карте. Да, мигают в сторону Джакироса. Хотят, скорее всего, на миду забрать инвокера. Ну, обе команды решили подраться. Посмотрим, что из этого выйдет. Вайпер очень сильно достается. Да, его уже не спасти. Да, они не будут драться, уже потеряли основную мощь. Ну, такие размены происходят. Никто не хочет отдаваться без боя. Тоже Сэнд Кинг подставился, хотел спасти своего Джахироса, но не тут-то было. Инвокер начинает страдать. Да, все мы знаем, что Пугна, когда получает бласт на четверочку и ульту, уже любого начинает напрягать. А вот Некор уже себя очень хорошо чувствует на фрифарме. Посмотрим. Я не думаю, что это останется незамеченным, и Некор скоро уже проявит себя. Опять-таки не могут найти себя на карте саппорта команды Basement. Начинают загуливать. И как итог, теряют своего аппарата. Хороший может быть... А, у нас, оказывается, где-то потратил свой левидж этот Тайтхантер, поэтому могла быть хорошая вылазка от Тайтхантера, но по итогу у него не оказалось ульты, и все это, да, бессмысленно вышел, просто отпугал. Посмотрим, посмотрим. Ну, что... Что делают команда Релиз? У них всегда вот вчетвером где-то собираются, дерутся, один фармит. В начале игры это был Некор, сейчас вот Вайпер стоит в соло, фармит, а четверочка команды Релиз пытается что-то навязать, забрать тавер. Вот собираются на миду, и думаю, они должны без каких-либо проблем забирать тавер. В то же время идет какой-то странный отпуш от команды Basement, они всей командой дефают топ, хотя видят, что все герои на миду. Пока что не понятно по нетворсам, там ясно, что три героя где-то будет от команды Релиз на в топе, да? Ну да, единственный, кто там держится как-то, этот инвокер от Маджестика. Нам видно, что вот на 3000 уже опережают команда Релиз своих соперников. Вот сейчас вроде пытаются что-то сделать команда Basement. И опять без каких-либо сложностей забирают тавер. О, хорошая драка. Могут сейчас тут забирать четверых, если повезет. Как же везет Сэнд Кингу. Раскастовался, успел дать ульту и нанес урон, чтобы забрать двоих. И в итоге вроде хорошая вылазка, и переворачивают игру Релиз. И вот по итогу. Пугна перед смертью успела надамажить аж на 1800. Некор опять, да, ну понятно, он просто ходит, всех дамажит. И сколько Сэнд Кинг вот ульту раскастовал. Очень трудное начало для команды Basement, они должны собраться и как-то реализовать свой пик.
Сейчас была хорошая попытка, но опять-таки перетяжка от Вайпера, какие-то ранние айтемы хорошие у команды релиза, и вот все так вот обернулось, да, вроде хорошо начали, и опять-таки в минус себе. Опять вот это, бесконтактный пуш от команды релиз. Бласт, плевок Джакироса, и нечем откидываться команде Basement. У них что есть? У них нету ничего такого, чтобы крипов просто убирать с раскаста. Поэтому и чувствуют силу команда релиза и идут уверенно нападать. Инвокер все еще... Инвокер решил вообще, что долгая игра не затянется, поэтому не этот без аганима сразу там барабанщики какие-то, чтоб статы какие-то хорошие были. И аура для команды. Тайт сплитит. Ну, все команды релиз тут. Что они будут делать? Они что, хотят прямо сейчас зайти? Ну да. Чё заходить? Можно просто на лесенке стоять. И откидываться, да? Опять затишье. Вроде собиралась команда Basement выходить уже, подраться. Увидели, что отходят релиз, и все. Очень, очень хорошо чувствует игру команда релиза. Они прям видят момент, когда они могут остаться, пропушить, или когда надо отойти. И вот по итогу вроде и все правильно делает команда Basement. Они хотят на отходе поймать, но... Чувствую это, они сразу же отходят без каких-либо потерь, поэтому вот такое вот растягивание по карте происходит от команды релиз. Три топ-нетворса у команды релиз. И пройдемся по айтемам, да. Посмотрим, что у нас тут. У нас тут пика на вайпере. Уже вырисовывается Радианс на Некре. Ну и да, линза у Пугны. А у команды Basement вроде из таких командных айтемов только Баклер и... Барабаны, да, которые только что дособрал Инвокер. Ну, поэтому пока что все на стороне релиза. Они реализовывают свою задумку, свой пик. И начинает вот так вот медленно душить команду Basement. Sand King просто оттягивает на себя внимание. Вот, опять-таки, да. На две части поделилась драка. В этой стороне все гнались за Sand King, а с той стороны уже убили троих. Сейчас. Ну, тут просто сильнее и вроде как могут забирать. Нет, ну, по итогу хорошо подались Basement, но потеряли опять вышку. Вроде Sand King все правильно сделал, но хорошо инициировали Tidehunter с аппаратом. Аппарат по двоим попал ультой, и Tidehunter зацепил там троих этих героев команды релиз. Все уже команда Basement может осталась без всех Т2, она уже не может спокойно выходить из базы. У них имеются варды у себя в лесу. Они видят подходы. Ну вот хорошая варда от команды релиз. Они контролируют топ, они видят, кто идет фармить, кто перетягивается в лес. И один, который вот сейчас пропадет, тоже был хороший, давал много инфы. Ну, релиз просто вот по накатанной. Душим. Решили на веточку. Рошана забирают. Радик готов у Некра. Это тоже очень сильно будет влиять. Будут люди промахиваться, да, и получать урон.
много вообще периодического урона у команды. Релиз, у них и Джаки Рос, и Некор с пассивкой Радиком, тот же Вайпер. Ну, видят, что отстают по фарму, команда Бейзмен начинают фармить свои леса. На линию иногда выходят. Ну, думаю, сейчас будет смоки, и команда Релиз пойдут уже, ну, делать хотя бы попытку захода на хайграунд, потому что у них для этого имеется все, да? Да, у них имеется Аега, у них хорошие айтемы на кор позициях, поэтому, в принципе, могут себе позволить сейчас пойти и попытаться реализовывать свой Аегис. Видят на вазах героев команды Basement. Вот опять-таки не получается у них выйти, хоть и вроде. А, вот. Отвалился Тайт. И вот теперь точно команда Релиз будет заходить. Попутно Инвокер забирает Тайтную линию. Закрой, выйди. А к админу подойдите. Вот попытка захода на хайграунд. Без Тайтхантера они сейчас не могут нормально подраться, ждут Тайтхантера. Релиз использует свой глиф в нападении. Получается весь рассказ Вайпер. Ему даже Аегу не сбили, и он начинает просто вгрызаться в Инвокера. Хорошая ульта от аппарата, Тайтхантер, все встанет, но некому наносить урон. Опять-таки масса байбеков. Вайпер все еще не потерял Аегу. Растягивает команду Team Basement, команда Релиз. Байбека умирает лайфстилер, так что просто заходят на хайграунд и убивают всех, кто подходит. 4 уже байбека сделала команда Basement, и это им не помогает. Все, пишут ГГ, и это легчайшее для Релиз, поэтому ждем вторую карту. Думаю, парни должны собраться, что-то обсудить, какие-то моменты, и ко второй мы увидим уже хорошую карту, равную. Поэтому желаем парням удачи. Остаемся на связи.